В соответствии с поручением президента Республики Беларусь и выполняя постановление правительства, МЧС совершил очередной, третий уже по счету, рейс по доставке гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики. Рейс прошел в штатном режиме. В этом Грузия прилетает респираторы, медицинские респираторы, прилетают тесты, экспресс-тесты, прилетает оборудование для производства отечественных респираторов, значит, прилетает пульсоксиметры, но это приборы для определения кислородного насыщения кислорода крови, прилетает бесконтактные термометры, но и защитный комбинезон. То есть именно то, который сейчас есть востребован у нас на злобу дня. Поэтому хочется выразить слова благодарности китайской стороне за продолжающую гуманитарную помощь. Это очень приятно, это очень полезно нам. Ну и, конечно, компаниям, которые приняли очень активное участие, свою гражданскую позицию проявили. Это Energo Oil, это Wargaming. Ну, глубокая, так слова благодарности. Спасибо огромное.